Проверить готовность к крещенским купаниям в купели преподобного Саввы Старожевского в Звенигороде приехал депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков. После осмотра места для омовения ему рассказали, как будет обеспечиваться безопасность верующих. Безопасность обеспечивается, соответственно, силами и силами сотрудников УМВД Одинцовская, сотрудниками городского отдела полиции Звенигородского, нашим казачеством, нашей добровольной народной дружиной и приданными силами от частных охранных организаций, осуществляющих деятельность на территории города Звенигорода. Поблизости будут дежурить врачи скорой помощи. В условиях непростой эпидемиологической ситуации придется соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. Участников крещенских купаний обеспечат горячим чаем, для их удобства организуют несколько парковок. Подготовку планируется завершить к 18 января. В Звенигороде это не единственное место. У нас еще есть одно место, где будут люди проводить такие мероприятия. Это на границе непосредственно города Звенигорода и деревни Дунин, находящейся в границах территориального управления Успенское. Окунуться в крещенскую купель можно с 8 часов вечера 18 января и до 5 утра 19 января. Совершить омовение также можно будет в течение всего дня 19 и 20 января. Наталья Гончарова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».